Живой, нормально все? Что тут делаешь? Нормально? Со вчерашнего дня лежишь, наверное, да? С вечера вчерашнего лежишь, наверное, да, здесь? С субботы? Когда заехал сюда? Ничего не поломал себе? Когда заехал ты сюда? Понятно все. Короче, Петровка. Петровка — это такое село в Омском районе Омской области. Вчера была суббота. Сегодня вот такие последствия. Что, пойду мужика вытаскивать. Короче, пытаюсь дядьке помочь выяснить адрес у него. Чтобы не подставлять мужика, не буду вызывать гаишников. Адрес какой у тебя? Кому сообщить, что ты здесь? Телефон есть у тебя? Давай родственникам позвоним. Да аккуратно ты не двигайся, может, ты переломанный там весь. Ну вот там впереди ты показываешь 70 лет октября. На 70 лет ты живешь? Не. Куда дальше? Вот там просто центральная. Центральная? Да. Ёпта. А какой номер дома? А. А? А цифры какие? 1А? Да. А там есть дома кто-то, нет? Ну, сын есть там кто? Родственники есть кто-нибудь? Центральная. Центральная 1А, да? Да, там только жена. Тихо-тихо, лежи, не вставай, не шевелись. Сейчас будем вытаскивать тебя. Центральная 1А, точно, да? Да. Ну, я сейчас езжу за родственниками. Будем вытаскивать тебя. Это вот, прямо напротив, да? Игорь, да. Куда стоит? Игорь. Да нормально, нормально. Я не понял, у тебя инсульт или ты пьяный? Я. Пьяный? Нормально, сердцем все хорошо? Ребра не болят? Ничего не поломал себе? Как думаешь? Не знаешь? Не знаю. Как фамилия у тебя? Матюшкин? Центральная 1А, Матюшкин, да? Все, сейчас съезжу за кем-нибудь, давай. Вот. Мы, собственно, дедуля транспортировали до дома. Улица Центральная 1А оказалась тут совсем недалеко. Унесли его домой. Жена попросила положить его в комнату, что мы и сделали. Машину закрыли, ключи отдали. Такие дела у нас творятся.